настроение синий. Тут папа рации, мама рации. Все ясно. Ну, значит так, тогда я вам по секрету всему свету рассказываю, что когда мне было 6 лет, я был, Маша, выше тебя. Я был вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Вот такой высокий. Точно тебе говорю. Меня Эльза слепила вот такенным огроменным. Она слепила из того, что было. Как-то ты был такой высокий, а теперь стал ниже. Что это случилось с тобой? Ну, понимаете? Подождите. Я немножечко... перегрелся на солнце. Ну да, я немножечко растаял просто. Так это лужа там из-за тебя. Эльза, все высохнет. Лужу наделал. Анна, ну скажи ты своей сестре. Так, все высохнет. Погода солнечная. Так, значит так. Маша, конечно. Скажи мне только серьезно и по-честному. Не точно 6. Хорошо, ладно. Да это все потому, что наш подарок вот так просто подарить нельзя. Потому что наш подарок необыкновенный. Такой подарок никто, кроме нас, подарить не сможет. Потому что, Машуля, мы для тебя наколдуем кое-что невероятное. Это настоящее волшебство. Ты знаешь что? Я хочу подарить тебе свою ледяную снежную магию прямо здесь. Сегодня наколдуем настоящий снегопад. Только скажи мне, Машуля, ты когда-нибудь видела, чтобы в помещении шел снег? Нет. Ну, точно, никогда не видела? Нет. Вот тогда тебе повезло прямо сейчас. Только для тебя и только для твоих друзей я его наколдую. Присаживайся. Способны нас влиять. Раз, два, три.
Подойди поближе. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.